Сегодня 15 апреля 2020 года. Очередной тренинг. Что мне хотелось бы сказать? В жизни должен быть интерес. Потому что когда нет интереса, то она становится, жизнь такая прекрасная, становится бессмысленным каким-то пустым занятием. У меня, естественно, много интересов. Много интересов. И один из них, вот как раз я занимаюсь изодинамической гимнастикой на тренажере, который повышает выработку тестостерона, мужского полового гормона. И мне хочется, конечно, узнать, насколько это все происходит. Как правило, когда достаточно тестостерона в организме мужчины, этот мужчина сильный. И вот занятие с тяжестями позволит мне узнать, действительно ли эти занятия добавили мне тестостерона, и я стал более сильный, либо же это на мне не отразилось, так сказать. Вес сразу тут стоит 45 килограммов, не считая там, знаете, этих, как бы сказать, грифа и так далее. И потихонечку опустили и поехали. Ну что, как вы видели, весок я потянул довольно-таки успешно, скажем так. Успешно потянул. В связи с этим я подбавлю весок на второй подход. Есть, конечно, косвенные признаки, которые указывают на то, что и энергетика, и тестостерон возрастает. Со спиной стало намного лучше, что я практически стал забывать, что у меня там что-то есть. Итак, теперь мы с вами 50 килограмм, не считая штока и там прочих прибамбасов. Тянуть стало более приятно. Вес сопротивляется, ты уже напрягаешься, не просто там, знаете, впустую гоняешь что-то. Это значит, было 45 50. Сейчас поставим 55 килограмм. Маленькие блинчики я ставлю для того, чтобы было легче снимать верхний блин. Фу-фу-фу-фу-фу. Ну, нас никто не толкает, не спешит, не торопит, вернее. Поэтому мы отдохнем полноценно и подойдем к весу. 55 кГц. Я давненько не поднимал такие тяжести на блоке. Все должно выдержать. Опа. Оп.
Хорошо. Ну что, чувствуется, что ты начал уже упираться. То есть вес стал подниматься более приятно. Здесь уже 60 килограмм, не считая штока и прочих прибамбасов. Я уже несколько лет не поднимал такие веса на блоке. Итак, сейчас этот вес косвенно покажет, добавилось у меня в организме тестостерона или не добавилось. Давненько я такие веса не поднимал. Важно снять вес, не раскачав его. Хватит, так сказать, мы с вами размялись. В жизни важно наличие интереса. Будет интерес, будет результат. Интересы бывают разные. Результаты бывают также разные. То есть от этой вот гравитационной-изодинамической гимнастики, это в принципе одно и то же, просто там в гравитационной гимнастике применяются свободные веса, а в изодинамической применяется тренажер, ну и некая разница в подходах там дает общую силу организму. Дает общую силу организму. Нос. Назови как угодно, главное делай. Каждая мышца требует своей разминки. Особенно это сказывается, когда твой возраст пожилой. Мышцы с возрастом делаются не эластичные, а наоборот, высыхают, подсыхают. Появляется жесткость. И в связи с этим возникают разного рода травмы. То что-то лопнуло, то что-то треснуло, а то вообще оборвалось. Поэтому не спеши. Хорошо.
Хорошо. Добавим. Ну сколько тут? Вот с этими дисками. Диски по 10, 20 и гриф примерно 7 килограмм. 27,5 мы прибавили. 32 килогерца. Спешить не будем, никто нас не гонит. Отдохну полноценно. Железо у меня прибавилось, куча дисков. Смотрите. Куча дисков. Гантели. Штенга. Вот она. Блины. Здесь, там. Вот это большие блины. Красные. Что поделаешь, когда человек увлечен, он начинает предмет своего интереса к себе подгребать. Вот у меня железяки. На камере такая красивая картиночка моего тренировочного зала. Ну еще подходит и хватит. Буди и хватя, меня не захватя. Хватит. Я, конечно, поклонник бивнереза, но не фанат. Это важно. Везде надо заниматься без фанатизма, осознанно, разумно. Понимать, чего ты хочешь. Это в свое время Джейн Фонда, если я не ошибаюсь, она так говорила, занимаясь аэробикой, там, сотрем свои задницы в порошок. Ну, примерно такие девизы были. А когда пробовала гравитационную гимнастику Самодумова, мнение поменялось, что этого не следует делать. Важно понимать, что везде имеются свои подходы к успеху. И вроде одно дело кажется перспективным, а оказывается, что это не так. Разминочные подходы. Поехали. Интересное такое наблюдение. Высыхают суставы. Начинают щелкать. Это так более-менее еще. И ты думаешь,
Щелчки. Что это за щелчки? Откуда они взялись? А это взялись из-за того, что суставы высыхают, высыхают связки, которые начинают зажимать потом нервы. И возникают такие ноющие, неприятные, изматывающие боли. И избавиться от них. О-о-о-о-о-о. Очень трудно. Очень трудно. Потому что с возрастом идет тенденция. Организм высыхает, прогрессивно теряет воду. И если тут, ну ладно, кожа стала там морщинистая, а вот связка стала жестче. И еще может с собой, стягивая сустав, что-нибудь там зажать. Так. Гантельки по 8 килограмм. Так, следующий разминочный вес у нас будет. То есть мы практически вес удвоили. Практически вес удвоили. Фух, отдохнем. И изменим ракурс. Ракурс изменим. Давай вот отсюда поснимаем и заодно посмотрим, как это все выглядит. Вот так вот на себя навернем. Занимаюсь я днем, перед обедом. Мне эти занятия понравились, когда я еще 73-75 был спорт-троте. Встали там, пообедали, позавтракали туда-сюда и на тренировку. И как бы сказать, первое дело сделал, ради которого ты там находишься, а потом все остальное. Вот и сейчас потренировался для себя любимого, потому что ты должен и семью содержать, и массу других полезных дел делать, поэтому надо себя поддерживать в тонусе. А потом уже все остальное. Получение там знаний, работа с каналом, с книгами, с видосами и т.д. т.п. Итак, 15 килогерц. Подниму я их, ну, на 10 раз. Пошла опять разминка плеч, потому что вес 8 килограмм, плечевой сустав практически не чувствует, а вот 15 килограмм уже дает большие
натяжение мышечных волокон, сухожильных волокон. И это сразу начинает ощущаться. Но пока все в рамках положенного, покладенного, непосильным трудом заработанного. Дыхалочка уже так сказать, как говорится, заработала. Организм привыкает к той или иной нагрузке. И уже все меньше и меньше там выдает что-то. То есть пульс там увеличивается, дыхалка увеличивается и прочее, прочее. Все в пределах нормы. А я по-стариковски отдохну, успокоюсь, а то я раньше гнал туда-сюда. Круг обычно делал и уже занимался. Как говорится, кому ты, что ты хочешь доказать? Вот, если ты хочешь что-то доказать, в первую очередь надо доказать самому себе, что ты кем-то там являешься. То есть твои фантазии и мечты начинают совпадать с реальным ты здесь и сейчас. Вот это вот важно доказать самому себе. А когда ты это докажешь самому себе, это увидят и другие. Ага. Ну что, вздрогнем еще разок на 10. Разомнем дельтоиды. У меня вообще от природы так более-менее дельтоиды сильны. И поехали. Заделали. Фух, сейчас прибавим вес. Прибавим его. Раньше я делал 20 килограмм. А сейчас мне хочется прибавить 19 килограмм с замками. Фу. Замками. Так. Это... А это по полкилограмма. Это килограмм. То есть, если я делаю вот так, это получается 250 и еще. Угу. Не будем хватать звезд неба. К 19 килограмм я добавил 2,5 и получилось 21,5 кг гантели. Ну, нормально. В любом случае, это уже будет прогресс. Если все это поднимется.
Вес готов, атлет готовится. Атлет готовится, настраивается. Вообще, если себя не запахивать, изнуряюще не заниматься, а вот так вот как-то выбрать такой средний стиль занятий в охотку, то от поднимания тяжести ты получаешь радость, удовлетворение и радость, то, что ты стал как-то сильнее, где-то там у тебя что-то улучшилось. То есть это интересно, так сказать, наблюдение. Зачем люди вообще поднимают тяжести? Если правильное движение, вес подобран нормальный, то сам подъем тяжести вызывает радость. Как говорят, выработку эндорфинов, которые начинают свою благородную, оздоровительную работу в организме. Итак, вес 21,5. Фу, ну на сколько? На 6 раз. Не будем злоупотреблять. Есть. Прохладно на улице. Потихоньку готовлюсь к следующему упражнению. Жим лежа. Тренировка это у нас жимовая. Я разминаюсь к именно жиму лежа. Зачем я еще снимаю? Я снимаю для того, чтобы потом, после тренировки, посмотреть, как я поднимал вес, есть ли какой-то прогресс или нет никакого прогресса, как это все происходит. И иногда бывает так, что ты даже можешь как бы посмотреть свою тренировку и где-то даже позаниматься. Кстати, вы смотрите тренировку, сейчас в самоизоляции, залов нету. Это я благодаря тому, что у меня вот такого хобби, я, видите, создал тут себе такой мини-зальчик. И поэтому особо ни от кого не завишу. Итак, вздрогнем на 6 раз. Есть. И это хорошо. В любом случае, даже здесь первый подход идет как разминка, несмотря на то, что ты уже до этого что-то делал. Отдохнем. Отдыхнем. Восстановимся. Важно, вот если тренировка, ты настроен должен на тренировку быть, чтобы тебе там посторонние какие-то мысли не отвлекали.
тренинг, значит тренинг. Кстати, сейчас подготовим скамейку для жима лежа. И вот жим лежа как раз и покажет, насколько там сила возросла, насколько там тестостерон накопился. Ну, тем временем сколько время? А тем временем 12 часов 7 минут. Пора завязывать нам жим гантели. Сидя, такое упражнение, видите, сдвоенно подъем гантели на бицепсы и жим сидя. К жиму лежа. В прошлый раз я довольно-таки хорошо позанимался в жиме лежа. Я думаю, отдохнул, и вот сейчас я хочу посмотреть, какие там результаты, как бы сказать. Растет и растет. Фух, настроимся. И с гиком вцепимся. Осилили на 8 раз. Если кто следит за моими занятиями, 20 килограмм я однажды осилил на 21 раз. Фух. Любимая точка для съема жима лежа. Фух. Ну что хочется отметить, что плечи, несмотря ни на что, потихонечку укрепляются. Что еще интересно отметить, это то, что раньше как-то у меня здесь вот все разваливалось, там что-то там такое. Потом чуть выше, как бы тонус появился. Сейчас тонус появился вот в этой области. То есть пошло выше по спине. Я считаю это хорошим знаком. Такое впечатление, что ты запросто одной рукой 40 килограмм пожмешь. А когда поставишь 80, вот как-то не совсем это кажется тебе. Фу. Совсем другая работа плечевого сустава. Надо его более тщательно размять. Сразу куча блинов у меня освободилась с появлением вот этих вот новых на тренажер. Полтосик. Разминочный вес. Не будем хватать звезд с неба.
молоточек. И что добавили? 60 этого. Конечно, интересно отметить, в чем-то сила растет быстрее, в чем-то медленнее. Для меня вот жим лежа, отжимания на брусьях, ахиллесова пята. Слабое место. В рану измай. Ну ладно. Зажали. Зажали этот вес. 70. Сдюжили, да? Ну, прибавим еще. Восемьдесят. Отдыхаем. Восстанавливаемся. И даже где-то там настраиваемся. Сейчас скажутся все плоды той тренировки, насколько она удалась именно в жиме лежа. Хотя по 70 было заметно, что полегче. А как 80? Полегче, полегче. Главное, левая рука не отставала. Это хорошо. Чувствуется, что еще не успел восстановиться. Поэтому не будем злоупотреблять. Не успел восстановиться полностью. Хотя пруха есть. Пруха есть. Вообще организм хитрит. Вот 70 жмет запросто. На 80 надо уже упереться. А он не хочет отдавать ни сил, ни напряжения. Сачкует. Просто-напросто сачкует. И очень трудно его заставить не сачковать.
О. О. Чего? Ну ты все, вот наливай. Да. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov Pro. Доброго здоровья и до новых встреч! Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас.